скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. В Казахстане хотят открыть научно-исследовательский институт по изучению улуса-джучи. Это довольно патриотическая тема, которую общественность казахстанская очень сильно подхватила. Я уже просмотрел тонну видеоматериалов на эту тему. И основная тема всех этих выпусков, вот самое, что ни на есть, вот пустышное. Все утверждают, что теперь этот научно-исследовательский институт должен заняться предметным доказательством того, что Чингисхан был казахом. Вот более важной прям проблемы вот, никто прям найти не может. Хотя вот все забывают, да, что казахи хоть и представляют тюркский мир, основу тюркского мира, что кроме казахов в этом тюркском мире никто этой проблемой не озабочен. Ни татары, ни башкиры, ни тем более азербайджанцы, даже туркам как-то вот совершенно параллельно на то, является ли Чингисхан казахом или не является. А почему? А потому что только казахи живут в юртах. Вот один факт неоспорим. Чингисхан родился в юрте, жил в юрте, завоевал полмира, живя в юрте, и умер тоже, находясь в юрте. Только казахи в тюркском мире жили всегда в юртах. И только монголы, да, тоже жили и живут до сих пор в юртах. Так что я вот считаю вот этот спор между казахами и монголами, кто есть Чингисхан, вот это вот бой без правил, смертный бой вот за этот вопрос, это совершенно пустая трата времени, по сути, братских двух культур, кочевых. Чингисхан был кочевником, и все, этого достаточно. Этот факт никто не оспаривает, и с этим фактом никто спорить не собирается. Ни татары, ни башкиры, ни азербайджанцы, ни тем более турки. И все, и для них на этом вопрос закрыт. И для нас тоже должен быть вопрос на этом закрыт. А я лично считаю, что научно-исследовательский институт Улуса-Джучи должен заняться другой проблемой. Он должен наконец-то восстановить славное имя великого князя России Александра Невского, который, между прочим, был в первую очередь ханом Улуса-Джучи. Он был родственником Улуса-Джучи, он был приемным сыном хана Батыя, да, братом, названным хана Сатрака. Он собирал дань с Руси для Золотой Орды и вообще является видным политическим чиновником, деятелем Улуса Джучи. И вот эту вот славную историю научно-исследовательский институт, конечно же, обязан восстановить. Я надеюсь, что в скором времени мы увидим Александра Невского в образе хана Улуса Джучи, и это было бы, конечно, бы очень замечательно. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь обязательно на Facebook и Instagram аккаунты, и до новых скорых встреч!